Видео-пародия. Владимир Владимирович, похоже, на нас уже все смотрят. Опа! Много школ у нас в стране. Я скажу по совести. Лучше, чем школа номер 0, нет в Москве и области. Опа! А за границей? И там нет. Видео-пародия. Даже не верится, но все же низкий им тогда поклон. Потому что эта школа лучшая на весь район. Браво, Владимир Владимирович. Репетировали же, Дмитрий Анатольевич. Я все помню. А физрук у них от Бога и ведет уроки строго. Не умеешь мяч метать, будешь школу подметать. Оп, оп. Опа, опа. Хорошо. Спасибо. В вашей школе так уютно, чисто, солнечно, тепло. Ну а с директором Пупкиной, без сомнения, повезло. Эх, как повезло-то. Ну а Петрова, учитель строгий, хулиганам вырвет ноги. Я вам честно признаюсь, даже я ее боюсь. Оп-оп-оп-оп-опа! А вы не боитесь, Владимир Владимирович? А я и не хулиганю. Заметно. Я смотрю на вас, ребята, и завидую слегка. Лучше классной, чем Иванова, не встречал я никогда. Может, зарплату ей повысим? Давай хвалить дальше. Мы классуху вашу знаем и характер уважаем. Серафима Матрасовна, ты неподражаема. Вот видишь, ей, наверное, приятно. От нас не убудет. Распрыгался, играй давай. Я не знаю, как везде, а у нас в столице. Если только сдал ЕГЭ, то не грех. Повеселиться, Владимир Владимирович. Вот именно. По-моему, жжем. Согласен. В вашей школе трудовик, говорят, рукастый. Все прибрал к своим рукам, мастер первоклассный. Уделяем много мы денег и внимания на развитие страны и образование. А, ну да, все просто. Ну как, высший класс. Трудовик, отличный парень. Что с ним делать, мы не знаем. Мы подумаем потом. Может, в Думу заберем. Ну, я думаю, что он там пригодится. Ну, разумеется, должен же кто-то работать. Отлично. Мы пропили вам куплеты и откланяться спешим. На прощание поздравляем самым лучшим выпускным. Все.